Друзья, я вас приветствую на канале, и мы продолжаем Венгрия. Ну, правда, чуть-чуть проскочил я уже как бы это центр этого, ну не центр, вот, рулим по этому городочку. Это у нас Капосвар, вот и так, что на юге Венгрии. Вот, нам скоро здесь недалеко есть буквально, по-моему, если я не ошибаюсь, наверное, Хорватия, скорее всего, я не могу точно утверждать, но мы будем ехать на границу Словения, вот так. И наше движение будет по Словении, через Любляну и дальше вот так вот в Италию будем заходить. Ну, дождик. Я, может быть, и раньше включился, конечно, но пасмурная погодка. И дожди. Так, камеры сверху, вот у них такие вот, у нас здесь в Венгрии получается такие столб, и вперед, ну короче, такой по полосам, то ли как-то они там снимают, я даже честно даже не могу знать. Главное, что навигация, она его не видит, даже не фиксирует ничего, то есть не предупреждает именно вот в этом плане. А сегодня у нас 26 февраля. За бортом плюс 9 и время 7:18 местное. Так, надо как-то его объехать, этого пассажира. Пропускает меня? Да, пропускает. Спасибо. Щетки будут мешать. Да и погода, в принципе, она не слишком яркая и светлая, так что не знаю, как оно будет вам передаваться, это видео. Но светофоры такие, я уже пару раз вот, ну как, я не знаю, по привычке, возможно, опять же, как у нас в Украине, у нас даже стоят такие вот таймеры обратного отсчета, да, то есть когда вот сколько это будет светиться данный именно сигнал, вот, и сколько там осталось до того, что он переключится, то есть хотя бы ты можешь при подъезде к перекрестку в той иной мере манипулировать. Так, нам на вот так подстроиться здесь, думаю, хватит тебе времени дальше на проезд этого перекрестка, либо же притормозить и, ну, тем самым, ну, нормально как бы, не то что, а я сейчас еду, мне только побах оранжевый или желтый, как правильно, наверное, сказать, и все, и я должен притормаживать довольно так эффективно. Вот. Загрузили меня вчера вечером, загрузился и чуть-чуть еще проехал, но это ночь, видите. Ну как, не то что ночь, а темно было, вот, и снимать особо как бы там, ну, можно было заснять, как я переезжал через Дунай, там получается железнодорожный мост и по краям вот как раз именно для автомобилей проезд. Ну, тоже интересное такое решение, хотя дорога, ну, видите, вот как вот здесь, вот, настелили вот буквально вот сверху асфальта чуть-чуть свеженького, но он тоже кусками как-то здесь выдавливается, здесь влучится, что-то вот, ну, как-то вот так вот. Но автобаны, скажу, вот более-менее в хорошем состоянии, ну, такие именно, которые не заезжены, да, вот тут единичка, которая такая из Белгорода и в сторону Австрии, вот эта вот, она, конечно, нагружена, и, ну, и ремонтируют ее, что-то подлатывают там, а остальные же, я скажу, в довольно неплохом состоянии, автобаны и покрытие между, ну вот так вот. Так, здесь мы выезжаем на, а
чем там движение запрещено или что такое. У меня налево пишет. Не пойму я ничего. Бром-бром-бром-бром. Ладно, давайте сейчас. А, это ж кольцо сейчас, понятно, здесь. А мне нужно чуть далее проехать. Просто я и знак читаю, и смотришь по навигации, как оно что. Получается, мне нужно сейчас съехать на следующем кругу налево. И мы выскакиваем на вот этот автобан. Ладно, рулим далее. Очередное селишко. Ну, народ так, потихоньку просыпается где-то от движения начинается какое-то. Ну вот смотрим, видите, как жалюзи здесь понаружи. Вот именно ставни, кстати, у кого-то есть. А так, в основном, если вот окна, это, ну, в принципе, классно. Мне нравится вот так вот, когда жалюзи именно понаружи и на оконных проемах. Дети в школу. Как для селишки, неплохое, в принципе, такой вот нормальные домики, можно жить. Была обработка, конечно, еще самое главное. Ладно, рулим далее. Венгрия. Друзья, ну и очередное вот селишко. Как-то называют его Нагибаем, по-моему, вроде так вот. Вот. Названия, конечно, интересные такие. Но впереди, видите, АДР, даже табличка вот, которая, наверное, топливо, дизель какой-то везет, наверное. Вот эти циферки тоже что-то значат, там 30, 12, 02. Я, правда, не учился, не знаю, но... Так, это мы в центре. Ронда, кстати, здесь коп. Детки, ух ты. Ну, давайте, что ж. Будем ждать всех, наверное, вас. Они просто идут. Короче, все... Да, гудок, да-да, попипикать сейчас. А потом ты испугаешься, а потом давай, ну. А где их не учительница? Нету. Видите, как-то они идут все. Ну, пускай идут уже. Вот так вот. Колярики. Подача звукового сигнала в городе запрещена, кроме там некоторых моментов. Так. Вот видите, как дорогу они подняли вот так, получается. Намостили, наверное, скорее всего. Из-за этого вот такой получается, ну видите, он
съезды такие в каждый двор сделали. Не знаю, ну легковой, в принципе, проедешь, а мне уже, если спускаться, я то не спущусь. Даже если будет какой-то дом строиться, либо еще какой-то кран будет заезжать, во-первых, узенько, и ну, тяжело как-то заехать, подъехать. Там плиты подавать, либо кирпич выгрузить, или что-то такое. Как-то в этом плане чуть не продумано. Есть резкие такие склоны. Крутые аж вообще. Вот это вот здесь пологое, но еще ничего как-то. То ли слева сарай, не, слева тоже жилые дома. Вот я. Ну такое, смотришь, да, там сарай, там что-то такое там. Разводят, наверное. Ну, село, да, то есть без домашней утвари какой-то там, курицы там или что там, гусей там, утят там или что-то разводить надо. На то оно и село. За счет этого, может, как-то и живут, может, что-то продают. Да и самим надо что-то питаться чем-то. Хотя, с другой, надо кормить их тоже. Ну. Вот так вот. Венгрия, нагибаем, нагибаем. Ладно, едем далее. Так, ну очередное селишко, опять же, здесь даже что-то вот в таком состоянии, с заброшенным, какой-то вот объект был. Здесь крышу перестилают, хозтовары, возможно, какой-то маркет местный, строительный. Так, слева, лево, 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 наверное, хозяин, у него которого машинки, пару машин, там лесовозы в основном. Здесь пошире вот так вот улица получается. Мне вот так приятнее смотреть его, конечно, можно. Ну и довольно вот, в принципе, смотрите, стандартно вот так вот заборчики такие, домики, ну в одну высоту практически заборы. То есть, чтобы не нарушать гармонию какую-то вот именно. Так, справа что у нас? Автостанция, наверное, какая-то. Или что, автобус? Непонятно. Так, кафешки, магазины здесь. Это центр вроде бы, потому как памятник какой-то там еще. А влево еще улица пошла тоже туда вглубь. Ну а нам налево сейчас. Ну такое, в принципе, вот, как бы сказать, поселок городского типа, вот что-то вот такого может быть. Так, нам налево, налево, и 61 или дорога, или что-то, я не знаю, как правильно. Ух ты, друзья, вот она, девятка. Но, правда, не вишневая, как в песне. Но, тем не менее. Ух ты, даже буксуем мы. Пробуксовывают.
местные ханурики пошли, проверяют мусорные баки. Так, закончилось, ладно, едем дальше. Нам направо 61. Здесь даже Лукойл, заправочка. Бензина 10. Добро, едем дальше. Друзья, ну очередной, конечно, такой вот городочек. Хотя, наверное, не, мы еще будем его проезжать. Ну, в целом, в принципе, зачет. Зачет, нормально все. Дороги поделаны, развязочки. Мы же понимаем, что это, конечно, Евросоюз, по-моему, выделял средства на эти самые дороги. Вот. Конечно, да, хорошо. Так, справа озеро какое-то вот. Может быть, дамба даже есть, наверное. Если там летом возможно половить рыбку, то, конечно, классно. Такие тучи, видите, тяжелые. За бортом плюс 9. Но вчера, конечно, погодка радовала. Радовала классно такое. Классное безоблачное небо, синее. Но сегодня такое вот то, что есть. Не удивлюсь даже, если будет хорошо лить дождик. Ну, на снег, я думаю, не будет, потому что, ну, все-таки плюсовая температура. Ну, а там, конечно, все возможно будет. Ладно, рулим дальше. У нас получается городок, он слева остался. И вы знаете, там вижу такие свечечки. То есть многоэтажные дома. Ну, я скажу, наверное, более 9 этажей. То есть такой городочек остался у нас позади. Вернее, с левой стороны. Вот. Ну, вот так вот. Ладно, рулим далее. Друзья, такое коротенькое видео, просто пол первого дня, вроде бы как должно быть хорошо все, но видите, какое погодное условие, даже мокрый снег с дождем, за бортом плюс 2, но высота 280 метров, как бы и не высоко, но вот такие циклон, вернее, такие погодные условия, а в частности, видите, как затянуло и, не знаю, день должно быть классно, ярко, светло, ну, что имеем, то имеем. Из-за этого, конечно, и проезжаем места, которые такие, невозможно что-то записать. Так что вот как-то так, такие невзгоды и погоды. Ну, мы же едем, впереди вот Любляна, 51 километр, наше направление на Италию. Едем в Италию. Так, и что-то вот аварийка, значит, надо сбавлять. Это затор. Моргают. Значит, там что-то такое случилось, друзья. Ну да, видите, некоторые летят, думают, а, у меня же классная резина, типа, а оно-то нет. И слетает, и аварии, и аварии. Так что, берегите себя. Ну а мы же отключаемся, потому что, ну, нельзя снимать. Мне кажется, смотря еще какой случай. Трагичный, не трагичный. Ну такое. Ладно, мы же ждем
дальше погоды хорошей.